Российские танки, самолеты, корабли, ракеты, лучшие мили. Поздравляем вас! Парад на Красной площади, божественный восвет, два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Акольчев, самый лучший в мире тендем Владимир Дмитрий Акольчев Медведев, объединили всех. «Единая Россия» – священный долг и честь, всеобщая победа и мировой успех. Героями Красной нашей армии. Отечество, сыны, гордится вами Родина во все века. Алло, Людочка. Людочка, сейчас будет выступление у Владимира Путина на Народном фронте. Вот сейчас через 5 минут трансляции, так что я тебя поздравляю. Ну хорошо, отлично. Людочка, ну давай. Людочка, ты не Путина, но как это? Ну как там, Ленск, давай. Ладно, Людочка, сейчас будет выступление у Владимира Путина на Народном фронте. Вот сейчас через 5 минут трансляции, так что я тебя поздравляю. Ну хорошо, отлично. Людочка, ну давай, я тебя целую, обнимаю, да? Алло. Российские комплексы, булава, тополь, скандер, надежной охраной, российским небом. Ура! Победа! Россия! Вперед! Город Путина, Владимир Владимирович, Владимир Анатольевич Медведева, Пушкина, Блока, город ангелов, пророков, Божьей Матери, Покров, главы всех держав всемирных, вам все честь, пришли вас дать, да, с великим и святой, ура!
Владимир Путина, Владимир Путина, Дмитрий Анатольевич Медведев, героев России, России, народ, администрация президента, лучшие мир, Конституция Федерации, армия лучшая в мире, Господь Иисус Христос и Божья Мать, Святая Благодать. Россия, ты мессия, Россия, ты мессия, величайшая звезда, Россия, ура! Слава героям российской армии! Ура! Гимн поем президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича всему российскому народу за то, что он так много перенес. Он пережил блокаду Ленинграда и одержал победу в Великой Отечественной войне. Господь Иисус Христос, Божья Мать, все высшие награды Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Путина, Светлане Владимировне, Медведевичу Медведевичу, героям армии ФСБ, Подкольцу, Борну, Шаку, Герасиму Бакину, героям космоса, разведки, ВКС, ВКС, ура! Наша Россия, наша Россия, наш президент, наша сила, правая честь, танки, самолеты, лучшие в мире, российская армия в лучшем мире! Россия как сильная во всем, везде, всегда! На небосклоне много красивых, ярких звезд! Ура! Таким поем президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия». Ура! Медведева Дмитрия Анатольевича! Родия родной, наш Россия, слава, слава, ура! Я Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Вижу 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства партии Я Медведева, Дмитрия Анатольевича. Успех, триумф, победа, Россия на веках. Наша Россия, наш президент. Вас наградила право и честь. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной. Обещай нам себе убить отчизне народой. Будем все мы вместе, наш родной. Будем все мы вместе, нашей Родины знаете вы надежно. И президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года вы всегда верны. Всегда во всем вам доверять заможно. Победы радостной вестью многокрылённой земли. Ура! Россия, вперед! Победы! 15 лет во главе Российской Федерации! Ура! Владимир Владимирович Путина! Путин Медведев ведут всех вперед! Славим и подвиг солдатский! Славим российский народ! Солдат России, слава и отвага, страну родную защитим всегда. Верность долгу, воинской присяге, стандарту президента армии, полка на Красной площади, на марше, на Спартаке, на воинских учениях и в бою, и на груди геройские награды. Солдат России, он всегда в строю. Ура! Победа, Свига! Служим Отечеству! Победа!
Наш Азия, наш президент, вас наша сила, право, честь, танки, ракеты, самолеты, лучшие в мире российские. Мы воспеваем вновь российской армии. Обед! Свято чтим и помним. Помним имена всех воинов, героев. 15 лет Путина во главе, 15 лет во главе Российской Федерации Владимира Путина. 70 лет Великой, 71-я годовщина Великой Победы. 9 мая, 1 мая. Все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Имена всех воинов, героев, наших дедов и отцов. Ура! И будущее человечества, отдавших свои жизни, пример ваш мужества, для всех самый высший, любить Россию, уважать Россию, Путин всегда везде. Два президентских срока. Ура! Российская армия лучшая в мире! Танки, самолеты, ракеты, корабли! Российская армия лучшая в мире! Любви для дружбы нет границ, расстояний! Шагая все вместе! Вместе разъединили вас, единый Россия, народ с фронтом! Ура! Гордо несем гимн России, вместе дружно поем. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. Ура! Главный смысл в цели наше призвание. Российская армия – гарант мира, стабильности на планете. Россия, Путин, Медведь, рекордсмен, чемпион навсегда и отныне. Всегда будут России, Путина, Медведева. Высшие награды. Господь Иисус Христос, Божья Матерь, Божественный Свет. Дарит вам, уважаемый Владимир Владимирович Путин. Дмитрий Анатольевич Медведев. Дарит вам, Нестер Медведевский. Героями российской армии, российским народом, рады главных побед! Ура! Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. Всех объединили на новые свершения подвиги. Всех вдохновили. Вы наше знание, вера и сила. Россия Путина Медведева. Рекордсмен, чемпион. Нет войне, двойным стандартам, западным санкциям, фашизму, терроризму. Терроризм не пройдет. А миру и сотрудничеству с Россией. Всех стран народов. Уверенная, да. Россия Путина Медведева, для всех стран народа, самая яркая звезда. Пусть всегда будет на России, на Новороссии, на планете мирный сиять небосклон. Все люди мира хотят с Россией Путина сотрудничать, дружить. Обрадевать с Россией торговлю. Все высшие награды, экономические связи. Путина, в президентских сроках Путина, в 2012-2024 годах, тенденция Путина Медведева, дружба всех наций, для всех людей планеты, дороги и святые, борьбе за укрепление мира, сохранение общих человеческих ценностей, Россия смогла свою экономическую, оборонную, военную мощь укрепить, модернизировать и развить. Все люди мира хотят с Россией в мире согласия жить на долю России. Немало выпало за всю историю Россия с доблестью и честью, все трудности преодолевает, великую святую, процветающую Россию, никому никогда не удастся никогда не победить, удастся, не покорить, не, победить, не принудить. Не принудить. Все речи Путина и Медведева всех вдохновили служить России, все россияне,
россияне, люди на планете, сердцем, душой рады. 15 лет Путина во главе Российской Федерации, Путина Владимира Владимировича. 70 лет Великой Победы, самый любим 1-9 мая, любимые праздники. Первая годовщина Великой Победы. Великую святую процветающую Россию никому никогда не удавалось и не удастся. Не покорить, не принудить, не победить. Наша Россия, наш президент, ваша сила, правый день. Все высшие награды, орденами всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, фестиваля славы, честь России, высшие наградные ордена Единой России, Отечество, долг и честь, единство, веру, славу России, высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира Преперкистителя Святой Руси, Дмитрия Донского, Марса Жукова, Владимира Владимировича, Путину президентским сроком, Путину Владимиру Владимировичу. Мы некоторые близкие организаторы фестиваля славы, честь России, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Юлиане Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Радим Дмитриевна, Ян Максимович, Иван Максимович, Виктория Владимировна, Юстел Владимирович, Татьяна Мария. Мы со всеми участниками самого лучшего в мире парада на Красной площади, парада на Красной площади, героями нашей доблестной непобедимой армии, ВДФ, полиция, национальная гвардия, лучшими, партия Единой России, народ, Госдумы, Совет Федерации, правительство, мы все поддержали голосом за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Лавковый, Голодец, Галушка, Цыбину, Александрову, Красных, Сирицыну, партии Единой России, Народный фронт, армии России, герой нашей доблести, ура! Победа на века! Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь, алтан Россия, слава и отвага! Страну родою, значит, если так, верность долгу, воинской присяге, стандарту президента армии, полка на Красной площади, на марше, на параде, на войске, ученик и боюк, и на груди, геройские награды, солдат России, он всегда в строю, ура, 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 великая победа России, сила, правый день, Россия великая страна, самый достойный президент, президент Путин, Медведев, герои армии, на века, спас их Христовой, мы вас поздравляем, Господь Иисус Христос и Божья Мать, святая благодать, великая святой процветающая Россия, Владимир Путин, Александр, Мария Владимировна, Путин, Светлана Владимировна, Медведев, Медведев, Светлана Тавченко, героев нашей доблести, победимой армии, на века добрые благая вам лето, добрые благая вам лето. Счастья, здоровья, успехов вам желаем, президент России Владимир Путин, самый лучший, любимый всенародный президент ТНДМ Владимир Путин. Речи программы, два президентских срока Путина Владимира Владимировича, Владимир Путин, президент Путин, есть самый лучший в мире, сотрудничать с Россией, всем странам надо больше, шире, сотрудничать с Россией, всем надо помогать, России больше, шире, Путин, Медведев, Господь Иисус Христос и Божья Мать. Двойные стандарты западной станции надо отменять, инвестиции, инновации в Россию направлять, инновации, как можно с Россией дружить и помогать. Дружить и помогать. Наша Россия, наш президент, ваша сила, правая честь. Наша Россия, наш президент, ваша сила, правая честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Поздравляю. Ну, ну давайте посредине будет ставить, да? Поздравляю вас, уважаемый господин президент России, верховный командующий сил России, все россияне, все люди доброй воли на планете, и мы, Несерами Близкие, голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2017-2024 года и на пост председателя правительства партии Единой России, Медведев Дмитрий Анатольевич. Поздравляю вас, много счастья, поздравляю вас. Дружба народов на века. Российская армия лучшая в мире. Наша Россия, наш президент, наша сила, правая честь. Голосуйте.
за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года всегда. Голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года всегда сегодня. Голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года всем отдаем. У вас на управлении Владимир Путин Медведев, поддержка всех народов, поддержка всех народов. Славы всем за всемирных, вам все честь пришли воздать. Да, с великой святой процветающей России Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Господь Иисус Христос и Божья Мать. Здравствуйте, президента Медведева. Поздравляю, добрые слова. Вечно. Ура! Победа! Рожите друг у вас. Поздравляю вас 9 мая. Праздник на века. Поздравляю. Наша. Выше награды. Да, я сказал. Выше награды. Спасибо. Ура! Победа! Народу. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Герои нашей армии, отечества сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Ура, победа на века! Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Президент Владимир Владимирович Путин, самый лучший, родный, любимый президент Владимир Путин. День рождения Владимир Путин. День рождения Нина. 9 мая. Владимир Путин. Пасха, Великая Пасха. Запуск ракеты на космодроме. Космодроме точно. Самые важные исторические события на планете. 71-й годовщина. 15 лет Путин, главе Российской Федерации. Самые главные события на планете. Тандем Владимир Путин. Единая Россия, народ и кровь. Герои славной армии, отечество сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Эскадрильи стрижей витязей летели над Москвой, герои на Красной площади, на Тверской улице, честь отдаем, и мы, Нестор Дмитриевский, честь отдаем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единой России» ведет Дмитрия Анатольевича стране родной. Ура! Победа! Победа! Поздравляем! России на века! Слава героям российской армии! Полиция МВД, ФСБ России лучшие в мире! Национальная гвардия МВД! Сотрудничать всем странам больше, надо как можно больше шире! России всем надо больше России, и помогать! Путин, всем России, надо сотрудничать, Путин, помогать! Господь Иисус Христос и Божья Мать и Святая Благодать! Двойные стандарты, западные санкции! Западные санкции надо отменять. Инвестиции, инновации в Россию направлять. Россию направлять. Путина, Медведева, героев России. Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос. Божья Мать и Святая Благодать. Эти программы, два президентских срока Путина Владимира Владимировича все дружно единогласно поддержали дни возрождения великой святой процветающей России. На века настали жить россиянам. Сегодня стало много лучше. Наша Россия, Путин, Медведев, главный гарант мира и стабильности на планете, мировые лидеры и мировые светочи. Наша Россия, наш президент. Мы назвали вас, президент России, Верховный Главнокомандующий Сил России Путина. Мы назвали вас главным президентом, политиками, миротворцами, гарантом мира и стабильности на планете. Владимир Владимирович Путин, Светлана Владимировна Путин, Кирилл Владимирович Путин, Владимир 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 Влад
на небосклоне склоним много красивых ярких звезд. Мы им поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года, председателя правительства партии России Медведева, Дмитрия Анатольевича, стране родной, всему российскому народу. России слава и отвага, страну родную защитим всегда. Держать долгу, воинское присяге, стандарт президента армии права. Ура! 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 Победа! В России лучше ли? Танки, самолеты, ракеты, подводные лодки, корабли России лучше ли? Армия, ВД, ФСБ, полиция России лучше ли? Ура! Поздравляем! Сотрудничать с российским сразу надо как можно больше, шире. Сотрудничать и помогать. Россия Медведева, Медведева, Господь Иисус Христос, Божья Мать. Святая благодать, наша Россия, наш дед. Вас нашу силу, правую честь. Все эти программы, два президентских срока Путина, 2012-2024 года, Тендем Путин и Медведев, все страны, народы поддержали. Народы поддержали, не возрождение, не возрождение. России, на века настали, христианам стало много лучше. Поздравляем парад на Красной площади и на Тверской улице. Репетиция парада. Божественный вас свет. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года. Объединили всех. Объединили России. Священный долг и честь. Всеобщая победа и мировой успех. Герой славной армии. Отечество сыны. Сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, восплывший смысл жизни навеки нам дана. Эскадрильи стрижей, витязей летели над Москвой. Герои на Красной площади, на Тверской улице честь отдают двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства и партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича. Стране родной, российский флаг державы, Бориса с военной семьей, российские скоплицы, глава Тополи, надежная охрана российских рубежей, служение Родине, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, герой России, всех вдохновляют, наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. России, поздравляем! России, много счастья для России, ты Мессия, России, ты сильна, во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы им поем двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича в стране родной. Слава героям армии России! Лучшей в мире! Ура! Победа! Ура! Победа! Ура! Победа! Великая победа России на века! Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, слава и отвага, страну родную защити всегда. Верный долгу воинской присяге, стандарту президента армии, полка на Красной площади, а марши на параде, на войске. Учениях и в бою, и на груди геройские награды. Солдат России, он всегда в строю. Наша по президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» и Медведева Дмитрия Анатольевича. Успех, триумф, победа России, наша сильная. Слово было истоком, причиной, началом. Дивным светом идущим.
дивным светом. Все ближе и ближе, ближе. Дорогим нам знамением, откуда услышали о победе программе «Ютуб» президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. И нам сразу открылся простор Поднебесья. Да, Иисусу Христу мы молились разделим. Но звезда разгорается двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. И тендер Путин Медведев гений, Елена Новых, всемирных, несмертных, знаний. Да, Иисусу Христу мы молились разделим. Да, России, Мессия, оплот мироздания, светом новых всемирных, немертвых знаний, и поддержкой всех стран, мировое признание. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года, главный смысл и цель единения. Да, Христос нам всю правду сказал, Иисус его светлое имя, всеми чтимы и всеми любимы. Он победил программу и два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года, хотя Путин и Ельцин самый главный победы назвал. Мы видим Христа пред собою, понимаем его наставления, светом нового всемирных прозрения. Вновь программа, речи и два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года, тандем Путин-Медведев, самой главной победы большой, главный смысл и цель единения. Да, Россия, Путина, Медведева, героев России, есть центр всей Вселенной, все народы ведет за собой. Все народы ведет за тобой. Главный смысл она мировой. Главный смысл и цель мироздания. И поддержка всех стран. Мировое признание. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. Всенародной, всемирной, Христовой, любовью одной. Исполнила всех стран, народов давняя заветная мечта. Крым, Севастополь, Новороссия, Россия. На века соединились сердца людей всех стран, народов радостней забились. Двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года, тендер Путин Медведев, герой армии ФСБ, ВД, все россияне, люди на планете заявляют «да». И на планете утверждают мирный план Путина, инициативы Путина и Медведева, героев России, Единой России, Народного фронта и вера в Господа Христа. Христа. Да здравствует дружба всех наций, конфессий, стран, конфессий. Жить на земле сегодня стало намного интереснее. И снова побеждаю. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года. Тендем Путин Медведев, мир, взаимное уважение, мирный диалог и мировая красота. России Путин Медведева для всех стран, народов, все самые яркие путеводные. Звезда, объединяет все страны и народы, Евразия, ШОС, БРИКС, ОДКБ, СНГ, Африку, Америку, Юг, Север, Запад, Восток, Азию, Африку, Америку, Европу. Всех объединяет Россия. И за Россию Путина и Медведева сегодня сам Господь природу, Господь Иисус Христос, сама природа. Двум президентским сроком Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года. Тандем Путин Медведев, все россияне, люди на планете заявляют «да». Наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Для сердца радостное чувство видеть президента России Владимира Владимировича Путина в Кремле и осознавать, что на земле два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года. Тандем Путин Медведев, герой России, самые лучшие в мире. Наша президент, ваша сила, право и честь. Господин президент России, полный помощник России, Владимир Путин. Поздравляю вас, ваших родных и близких, с высшими наградами. Все поддержали, все участники парада. Парада, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Виктория Владимировна, Елена Петровна, Юлия Максимовна, все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. Все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. И на полку председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Самый лучший в мире.
поздравляем Владимира Анатольевича. Едем, все высшие награды, ордена, медали всех разных континентов, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, Олимпиад, форумов, наградные ордена Единой России, Отечество, долг и честь, Единой России, Отечество, долг и честь, за единство, веру, славу России, родные грамоты, имени Идея Владимира. Поздравляем вас. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящай наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, на страже Родины стоите вы надежно. И двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича в 2012-2014 годах мы всегда верны. Всегда во всем вам доверяться можно. Вы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД и армии родной. Посвящай наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе. Наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Россия вещенная, наша держава, Россия любимая, наша страна. Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов дает вековой рейками данная мудрость свободная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Наша Россия, наш президент. Когда же пойдет президент России? Поздравляю вас, Поздравляю вас, все высшие награды, ордена, медали всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, все великие герои наши, добрые и генералы. Поздравляю тоже. Поздравьте президента, пожелайте добрые слова. Благодарим вас. Все высшие награды. Поздравляю вас. Только что герои нашей доблестной и непобедимой армии и полиции. Поздравляем вас. Восхищаемся вашим бессмертным подвигом. Армии полиции тоже. Поздравьте Путина Медведева. Благодарим вас. Пожмите вашу руку героическую, пожалуйста. Благодарим вас. Армия России лучшая в мире. Слава героям армии. Россия, поздравляю вас. Гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна. Любимая страна. Навеки нам дана эскадрилья стрижей. Герои на красной площади. Поздравляю вас.
Будет президентским сроком Путина Владимира Владимировича в 2012-2024 годах и на пост председателя правительства и партии Единой России в 2012 годах. Родной, российский флаг державы, политика, планетная сеть, российские комплексы, Булава, Тополь, Скандер, надежная охрана, российские движения. И на служение Родине всех Владимировича Путина, а то, что герои нашей доброй Единой армии всех вдохновляют. На новые подвиги всех объединяет наши силы, наш президент, вас на силу, право и честь, слава, 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 и великая победа России на века. Солдат России, слава и отвага, страну родную защитит всегда. Верный долг воинской присяги, штандарту президента армии полка. На Красной площади, на Тверской улице, и на параде, на войске. Уже не герою и на груди МВД, геройские награды, солдат России, он всегда стоит в президентских строях. Поздравляю вас, посвящайте вашим избирателям. Ради вас, благодарим вас. Благодарим. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. И двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича. В 2012-2014 годах ВДМ будет всегда верны. Вы смелые защитники страны, всех героев ФСБ, МВД и армии родовой. Корабли, космические корабли, подводные лодки, космические лодки, поздравляю вас, наша Россия, чек России, ученики, наша Россия, наш президент, вас, наши силы, правые честь, вас и судьба, президентский срок, Путина, Путина, Владимира Владимировича, 2012 года, вашего права и честь. Россия священна, наша держава, Россия невимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов дает вековой. Ветками заданная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Президент, программа и честь. Господин президент, сил России, Владимир Владимирович, поздравляю вас, князь Петрийский, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремана, Людмила Игоря, Виктория Владимир, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Николаевна, Потому что мы сегодня видим нашего президента, нашу страну, да? Ну хорошо, вот. Если позволите, то я не просто не делаю, что у нас были такой день, но просто первый, что это, в принципе,
И может быть, это стало бы очень здорово, проще. Тело там все-таки предложение, которое вы выбрали. Ты красный, приятно, поехали! Россия, вперед! Вперед! Сдающие выступление в России Путина! Ответы на вопросы, это на вопросы. На форуме есть хороший ответ. Народу просто и шанла. Наш Россия, наш президент, наш Россия, самый честь. За два президентских срока Путина, Владимир Владимирович, когда всегда, за два президентских срока Путина, Владимир Владимирович, 2012-2014, когда всегда и сегодня, а только на сегодня. Голосовать за два президентских срока Путина, Владимир Владимирович, 2012-2014, когда всем отдаем, партия Федерации, меня не убили, а только отдаем. У вас, поддержка Единой России, Народный фронт, поддержка всенародная. Ура, победа! Я хотел бы рассказать, подождите небольшой опыт о своем посещении. Если невозможно, покажите, пожалуйста, несколько слайдов. Значит, когда прошла информация о СМИ, я бы уже замыслил, Подарить президент России, Верховный Полкомандующий Вооруженных Сил России Владимир Путин. Поздравляю вас, Нестер Нитвицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Леонидовна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Юлия Владимировна, Дарья Владимировна, Петрович, Серафим Владимирович, Ракен Владимирович, Мария Владимирович, Мария Владимировна, со всеми россиянами, со всеми участниками форума регионы, действий Яшкар-Ала, со всеми регионами, партиями, партиями, со всеми россиянами, мы не российские, очень против вас, Владимир Путин, избираться на два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года и на пост председателя правительства и партии Единая Россия Медведева Дмитрия Анатольевича. Успехов, победа России на века, всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящай наши вести, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, каждой родины стоите вы надежно. Увидите сроком Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года. На пост правительства партии Единой России, Дмитрия Анатольевича.
быть всегда верны. Всегда во всем подозреваться можно. Выспевые защитники страны права наверняка. Подающиеся выступления Владимира Путина на форуме «Единая Россия» в ОМЦ, ОМЦ «Единая Россия» на руках «Родне». Мы все поздравляем с праздником крещения Руси, понимаешь? Забывай. Алло, уголок, сегодня день моего культуры, крещения Руси. Поздравляем с праздниками. Поздравляем. Крещение Руси. Ура. Поздравляем. Поздравляем. Вау, поздравляем. Поздравляем. Крещение Руси. Поздравляем. 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 Россия, вперед. Россия, вперед. Поздравляем! Праздниками! Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича.
Потому что мы слышим, видим нашего президента, нашу страну, да? Наш президент, ваш президент, сила права и честность. Форум Ешкар-Оле, праздник, праздник, проходит владение Владимира Путина в Ешкар-Оле. Выдающийся самый лучший в мире, тендер Путин владелся в мире, Владимир Владимирович, в мире, самый лучший в мире, всегда с народом, всегда с народом, с народом, ура, Владимира. Петр Николаевич, Людмила Ильича, Дмитрий Петрович, Серафим Владимирович, Иван Максим, 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 единогласно, да, все участники форума, регион, действия, народный фронт, Единая Россия, Россия, народный фронт, Нестер Медийский, Владимир Николаевич, Людмила Рябкина, Елена Петровна, Юлиана Максимовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Юлиана Максимовна, Иван Максимович, Елена Петровна, Сергей Дмитриевич, Виктория, Майя, Севера, Марина, Север. Мы все голосуем за главу президентки срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2013 года. Голос свой за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Всем на Путин день отдохи едет. Партия Единой России, Народный фронт, поддержка народа. Парад на Красной площади. Первомайская вас президентская ящикся все поддержали. Два президентских Путина. 9 мая. Единую Россию, единый народ, обещанный долг и честь, всеобщая победа, мировой успех, мировой славной армии, отечество сыны.
гордится вами Родина во все века и дни. Тело, отчина, милая страна, вас высший смысл жизни, на веки нам дана. Елена Петровна, Петрик Петрович, всем поддержали. Поддержали. Иван Максимович, Алена Петровна, Рамима Дмитриевна. Алло. Вы все голосуете за два президентских срока парада на Красной площади. И форума ОМГ «Единый Россия России народный народ» все поддержали нам приезд срока Путина, вращайся в анимальской депутации, герои славной армии, отечество страны, гордится вами Родина, Путина, Владимирович, страна, на веки нам дана, любимая держава, любимая страна, наша гордость, слава, для всех, страна, всегда, жили, стремили, видели, видели, герои на Красной площади и на форуме народный фронт, Путина, Россия, честь отдает двум президентским срокам, Путина, Владимира Владимировича, 2 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
Город Путина Владимира Владимировича Медведева.